Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Arbat Homes, меня зовут Светлана. И сегодня мы с вами посмотрим одну интересную квартиру. 2 плюс 1 на четвертом этаже дома, у которого 10 этажей. Мы находимся в Мухмутларе. Это в районе улицы Ататюрка. Локация достаточно интересная. До моря всего 450 метров. Ну а что касается квартиры, мы сейчас поднимемся и посмотрим подробнее. Друзья, ну вот мы и внутри этой квартиры. Я хочу сказать, что она немного необычная. Для квартиры 2 плюс 1 в готовом виде это действительно вариант очень интересный, поскольку квартира по-настоящему полнометражная. Вот мы в прихожей. Посмотрите, здесь и подсветка, и картины, и действительно много пространства. Точно так же и в каждой другой комнате, и в салоне, и даже в санузлах. В квартире мы по коридору увидим большую хозяйскую спальню с санузлом и с выходом на балкон, большой общий санузел, и в той же прихожей есть даже встроенный огромный шкаф, напротив огромное зеркало. Салон очень уютный, он оборудован всей необходимой техникой, и как вы видите, обеденная зона в парадном виде. Также здесь есть мягкие диваны и кондиционеры, аксессуары, все, что нужно для жизни, уже готово, остается купить только телевизор. Но сама атмосфера в этом салоне поистине волшебная. Здесь большие окна и по-настоящему интересная, особенная атмосфера. С коридора идет выход во все комнаты. Сейчас мы рассмотрим детскую, ну или гостевую комнату. Как вы видите, здесь две полноценные полуторные кровати, большой шкаф и даже комод. Окно тоже большое, все аксессуары, белье, все, что нужно для жизни, уже есть. Сейчас мы внутри коридора, слева от меня большой вместительный шкаф, практически до потолка, и большущее зеркало, в котором можно рассматривать себя с головы до пят. Дальше по коридору будет большой санузел, он большой не на словах, а на самом деле его площадь около 6 квадратных метров. Здесь есть и душевая кабинка, и унитаз, и шкафчики, и зеркала, и подсветка. Сейчас мы в родительской спальне, и она оформлена в таких теплых золотистых тонах. На улице сегодня дождь, но квартира эта настолько светлая и уютная, что ощущения здесь очень приятные. Посмотрите, пожалуйста, и белье, и шкаф, и аксессуары здесь действительно изысканные. Находиться в таком помещении очень приятно. И как по хорошей традиции в турецких квартирах, присутствует в родительской спальне собственный санузел. Он тоже совсем не маленький. Обратите внимание, есть все необходимое. И душевая кабинка, и унитаз, и раковина. Для того, чтобы хозяева квартиры чувствовали себя максимально комфортно. Также из родительской спальни есть выход на технический балкон. Он достаточно просторный, туда влезет не только, скажем, сушка для белья, но и кресло-качалка. Также в нише спрятаны внешние блоки кондиционеров. Друзья, этот дом 2014 года постройки, достаточно свежий, и в нем присутствует инфраструктура. Здесь есть большой бассейн, сауна и даже джакузи. Также ведется видеонаблюдение. Мы сейчас с вами на балконе, он на западной стороне квартиры, и в самых лучших старых традициях поистине огромный, более 20 квадратных метров. Так что если вы хотите иметь большую, светлую, уютную квартиру, а ее площадь на минуточку 117 квадратных метров, то обязательно обратите внимание на этот вариант. Чтобы узнать подробности, звоните по телефону, который вы видите на экране. Ну а напоследок, конечно, озвучу стоимость. Запишите: 96 500 евро. Итак, дорогие друзья, с вами был канал Arbat Homes, и я, Светлана. Удачного дня!